Школы радиоплавания «Волна добра». Мы работаем 10 лет, и за эти годы перепробовано множество разных методов удержания, взаимодействия с тренерами. Это и тренинги, и обучение, и корпоративные программы. Но я могу сказать одно. Только достойный уровень заработной платы способен удержать вас. Коммерческие структуры – это так. Спасибо большое. Мы прям выбиваемся из графика, но давайте, крайний вопрос, и еще могу сказать, что здесь две позиции. Позиция руководителя, который развивает своих тренеров, потом они уходят, открывают свои частные клубы, и позиция самого тренера, если он работает сам на себя. Он заинтересован, будем говорить так, получать максимальную зарплату. Две позиции, две точки зрения. Вы за какую точку зрения? Я назначена на стол. И хотелось бы выразить большую благодарность Елене. Я представляю благотворительный фонд помощи больным детям в Петрозаводске. 10 лет мы помогаем. И буквально вот на днях Елена предъявила желание, и мы вышли вместе с предложением, и она согласилась сняться в новогоднем ролике нашего фонда. Я бы хотела вручить ей благодарственное письмо. Спортсмены у нас снимаются в роликах. Давайте перейдем к медийному человеку. Представляю вам следующего спикера. Итак, встречайте.